Сегодня Дедовск отмечает свое 77-летие. Празднество будет проходить до последнего залпа салюта, который прогремит в 22:30. А мы от всей редакции ИСТР-РФ хотим поздравить дедовчан с этим праздником. И сейчас мы узнаем, что жители Дедовска хотят пожелать своему любимому городу. Процветание. Всего самого-самого. А жителям? Наверное, работы побольше в городе. Чтобы никуда не ездить, а работать здесь. Как у вас настроение? Отличное. Что вы тут делаете уже? Как, что успели сделать? Купить всякую фигню. Что, много денег уже потратили, мамкина? Да, очень. Что, как вы, планируете до конца здесь быть? Да. Скажите, что вы хотите пожелать родному городу? Чтобы он очень долго стоял. И чтобы в нем всегда было все больше и больше жителей. Даже больше, чем в Москве. Поздравляем вас с праздником, добрый день. Как настроение, скажите? Очень хорошо, боимся немножко лошадок. Скажи привет, зяблик. Как дела? Скажи, хорошо, нас по телевизору покажут, видишь? Что вы хотели пожелать родному городу? Ой, я желаю процветания, чтобы фонари починили поскорее в городе. А жителям пожелаем здоровья, самое главное, долголетия и много детей, чтобы побольше еще аттракционов ставили и было здесь чем заниматься, как развлекаться. Жителям, конечно, радости, то, что, чтобы дети наши чувствовали в своем городе себя счастливее. Ну а так что, всего хорошего. Счастья, здоровья вам, успехов в учебе и всего-всего самого лучшего. Торжественная часть Дня города началась с праздничного шествия трудовых коллективов, предприятий и организаций Дедовска. Предлагаем вам окунуться в невероятную атмосферу праздника. 77 лет город Дедовск в превосходном настроении. Всех поздравляем с праздником. Счастья, здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой. Праздником всех! Я хочу пожелать, чтобы Дедовск развивался и было все хорошо. И чтобы у Дедовска больше было зданий, больше жителей. А настроение прекрасное, ну, естественно, и я хочу города. Сказать. Ну-ка, какое у тебя настроение? Хорошее, очень отличное. Я хочу пожелать жителям города более вдумчиво подходить к выборам. Ну и в этот день веселиться, ни о чем не думать. Как дела, девчонки? Хорошо. Что хотите пожелать дедовчанинам нашим, не жителям знаю. Дедовска? Ну, счастья, здоровья. Но... И любви, и любви. Как вообще сейчас обстановка? Все ли спокойно? Да, все замечательно. Сотрудники МВД совместно с казачеством соблюдают все меры, которые необходимы для данного мероприятия. Поэтому все замечательно. Но также очень, очень хочу сказать, что высокий профессионализм сотрудников МВД, который позволяет соблюдать в безопасности данное мероприятие. Так что все хорошо, все нормально. Довольные лица, все довольны. Скажите, Люба. Вы нас сегодня будете до конца защищать? Да, конечно. Да, да. Что вы хотите пожелать нашим людям? Ну, хотелось бы пожелать радости, веселья и радоваться такому замечательному дню, такому замечательному празднику. Всех с праздником! Какой раз участвуете уже? Второй. А как впечатление от всего этого? Вообще шикарные! В детском саду работает дружный коллектив. Профессиональные педагоги во главе с заведующим Светланой Геннадьевной Соловьевой. Мы поздравляем город Дедовск, всех его жителей, всех гостей, которые к нам сегодня приехали. Желаем им всего самого хорошего, прекрасного настроения, чтобы праздник этот удался. У нас замечательные родители, они сделали творческие, посмотрите, какие зонтики они сделали. Вот, огромное всем спасибо за то, что пригласили нас на этот праздник. Как настроение? Праздничное. Что хотите пожелать жителям нашего города? Ну, самое главное, здоровье, чтобы все занимались спортом, у всех было хорошее настроение, всех с праздником. Как тебя зовут? Даня. Даня, скажи, а что ты хочешь пожелать жителям нашего города? Хочу пожелать, чтобы они хорошо себя вели и чтобы они не болели. О, отлично. Спасибо, Даня.
Специальным гостем праздника стала певица Света. Вместе с виновниками торжества, жителями города, артистка исполнила любимые хиты, под которые в начале нулевых танцевала вся страна. Спасибо! Каждый пришел, каждый с хорошим настроением. И знаете, только дети, я смотрю, заскучали, да, дети? Кто хочет, пожалуйста, кому сильно тяжело сказать, приходите. Дети, да, дети, только дети. Родители, главное, не потеряйте потом. Пожалуйста, на сцену. Ребят, поможете? Синеглазые дельфины нас катали на спине. Улыбаясь, без причины говорила, ты где? Нарисованное солнце уходило в закат. Только лето не вернется, ее нет назад. Закончился праздник торжественным салютом. В восторге были как взрослые, так и дети. В празднике работали Максим Рыков, Михаил Моралов, Максим Барышев, команда Истра РФ. С днем города, Дедовск!